добровольно хочу вот выйти в центр, там, пусть Винницы, Хмельницкого, Львова, куда? Херсон, там, Запорожье. Любой. Вот Запорожье сейчас там, у России история. Они же вроде как признали Запорожскую область своей. Но главное, что центр Запорожской области, главный город Запорожье, вообще они даже на подступах не стоят. Вот. Давайте в Запорожье съездим с вами. Возьмете российскую форму военную, выйдите в центр Запорожья, да и скажете, я пришел вас защитить. Хотите? Эксперимент. Стас, пойдем? У меня вопрос. У меня вообще, ну, мы можем пойти, вот со мной. Пойдем? Ну, в центр во Львова они скажут, что нет. Ну, это же западный Украинский. Ну, пусть будет город. Другой город, выбери город, съездим. Выбери город. Я говорю, что защитник. Донбасс, а куда пойдем? Донбасса после освобождения. Все будет нормально. Ладно, давай досмотрим уже это. Муть вода, я понял, что они, в принципе, ничего не воспринимают. Короче, это надо делать постоянно. Это надо хотя бы час в день уделять, показывать факты, показывать, что происходит, показывать, что на российском телевидении. Они, я так понял, вы даже разрушений в украинских городах толком не видели, да? Никаких? Ну, то есть вы... То есть вы знаете, что, например, когда бьют по инфраструктуре, почти вся страна сидит без света и так далее. Вы это знаете? Знаете, да? Вы знаете, что когда бьют по инфраструктуре, попадают очень часто в жилые дома, в целые районы, кварталы, города, да? Вы это знаете? Ну, потому что говорили, что этого ничего не происходит. Это происходит. У 2 или 3 недели там, мне кажется, более 60 пострадавших. 10 смертей, 60 пострадавших. Давай эту хронологию досмотрим. Да. Мы потом можем. Да. Как? Потом уже будем говорить. А? Вчера провозгласили мы Донецкую Народную Республику, также установили дату не позднее 11 мая сего года провести референдум в Донецкой Республике. И, значит, в случае, если нам будут мешать силовые структуры нашего Донецкого края или киевские, мы также обратились к Владимиру Владимировичу Путину о том, чтобы Российская Федерация ввела миротворческий контингент. Попросили международного признания и сказали о том, что как бы это народная Донецкая республика. Их об этом никто не уполномочил. От кого ей сказали? От себя, от народа. Себя. От народа. Да. Народ это 50 человек или 100 человек. Все живет в Донецкой области 4 миллиона 350 тысяч населения. И народ их не уполномочил. Я лично вижу Украину в будущем, это в Евросоюзе только. И поэтому вот эти люди, которые там захватывают что-то, я думаю, это проплаченные люди, поэтому это мое мнение, опять же. Лично я против присоединения к России. Почему? Ну, считаю, у нас единая Украина должна быть независима от России, самостоятельно, не обязательно членом Евросоюза. Я считаю, что те лица, которые провозглашали эту республику, так называемую, во-первых, они никем не уполномочены это делать. Афганцами и десантниками города Краматорска. А вот те люди, которые в Донецке перед этим высказывались за Украину и против России, это тоже фейк все, да? Это таких не было людей, да? Были? Ну, хоть это, слава богу. Хоть это, слава богу. Ну, то есть, они не правы все, а вот эти вот чуваки с автоматами, да, которые сейчас прыгают на райотдел, вот они вот, вот, класс, да? Я был на... Я тогда, вот когда это все снимали, я там был, присутствовал. Это Горловка, захват этого главка полицейского. Я лично был. Приехали 3 автобуса,
чуваки в балаклавах, его просто захватывали. Просто захватывали. Я видел, как полицейские не могли отбиться от вооруженных людей. Я лично там стоял, как все трещало, билось и так далее. Вы помните об этом, об главном милиционере Горловки, да? Его вывезли, да? Он весь был в крови, да? Они до последнего защищали там. Милиция там защищала. То есть я лично вот это все видел, когда там было. Да, больше вам скажу. Сбрасывали флаг украинский. У меня где-то на Фейсбуке, я всегда ставлю. Да, мне просто высвечивает Фейсбук. Люди там топтали украинский флаг. А тут сейчас будет, где они ходят, шмоны по школам делают, достают эти флаги. А вот танки кто-то спрашивал. Это 14-й год. Ну, если вдруг никто не понимает, это украинские войска едут на украинскую же границу, чтобы защититься от российского вторжения. Сами люди им мешают туда проехать. Ну, а потом, конечно, когда возникает, что с той стороны зашли российские войска, а с этой стороны украинские не дошли до границы, то, конечно, возникает между ними конфликт, и страдают в том числе и мирные дома, и все такое прочее. То есть, когда вы говорите про 2014 год, ну... Что у нас это все было? Ну да, было, после того, как Россия зашла. Не зашла бы, не было бы. Вы можете соглашаться, не соглашаться, такое дело. Ну, скажем так, я уверен, что эти зеленые человечки здесь есть. То есть российские войска. В Украине проводится антитеррористическая операция. Люди, помогите! 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 Ну, вы как бы российский гражданин, но не российский спецназ. Так точно. Можаем. Можаем. В тот момент еще никто никого ничего нигде не обстреливает. Еще даже вот про украинские митинги ходят еще тогда. С одной стороны, уже какие-то Можаевы с российской стороны зашли. С другой стороны, наши пытаются зайти, защитить границу. Их люди не пускают. С третьей стороны, вот митинги проводятся. Еще никто никого не обстреливает. Все это начнется немножечко позже. Ну, то есть то, что Владимир типа говорит, да, я тоже, я присутствовал, всегда говорю, я там был, в нескольких точках я был, и вот когда шли десантники наши на БТРах, это Щелкино, есть такой населенный пункт где-то в Донецкой области? Это такой небольшой, их остановили как бы мирные, да, и украинские войска шли на границу, чтобы это все остановить. Я к чему это все говорю? Вот вы там говорите, обстреливали Шахтерск, Тарас и так далее, да? Это... Стоп, сейчас, минуту, да? Это территория Украины, и Украина, понимая, что заходят войска с Российской Федерации, шла защищать свои границы. Они давали подмогу, да, потому что там не могли справиться, там этих этих всех прикордонников и так далее. Они шли, местные не давали этого сделать. И вы... Этого ничего не было еще, да? Пять человек проплаченных останавливали колонну вот эту украинских войск. Пять человек проплаченных, как вы говорите. Нет, там было проплачено. Почему проплачено? Нет, они не проплачены были. Эти пять человек проплаченных захватили там из Украины, в Донецке, там то. Стоп. Я не говорю о пяти людях. Там было 20-25, там были женщины, дети. Они вставали перед БТРом и не давали там идти. Там действовали группами, и некоторые из них были идейными. Но это не был весь Донбасс, это не мнение всех людей. Понимаете? Я к чему веду, да? Украина едет защищать свою границу. Правильно? Еще ничего нету. Неправильно. Ничего нету. Ничего нету. Украина едет защищать свою границу. Потому что она понимает, что сейчас начнется... да, грубо говоря. Они едут защищать свою границу. Выходят несколько человек, не везде. И это все как бы перекрывают. Сказать, как, вот, например, блокпосты строились, да, в Донецкой области?
Вот я просто скажу. Мы ехали с Краматорска в Славянск, да? И, например, когда проехали украинские БТРы и просто попалили это все, это было начало антитеррористической операции. Мы возвращаемся с Славянска в Донецк через Краматорск, кажется, едется, да? В Славянск мы возвращаемся через Краматорск. Мы ехали утром, мы вот на машине, тоже донецкий парень нас вез с журналистами. И где-то час... Да, мы утром выехали 7-8, это все пожгли, БТРы, да, вот эти все баррикады, которые были на дорогах, мы возвращаемся назад, да, и уже начинают снова строить. Ну, кто строит? Вот просто какой контингент повыходил. Вот это там чуваки, вот эти шлепки такие, там шорты, да, это все донецкие ребята, вот вся эта алкашня останавливает нас, да, и говорит, мы здесь строим баррикаду. Он ему как завалил и поехал дальше. Я к чему это все веду? Да, это все строилось, но кем? Понимаете? А я еще хотел сказать, пока не забыл, вот там кто-то говорил, что за бабки типа наши бойцы. Ну вы реально, вроде вы или кто, я говорил, я не помню. Все, вот вы меня вышибли этой темой, да, что наши бойцы вот за бабки идут. Я знаю людей, я не хочу их называть конкретно, потому что это очень близкие мне люди, да. Они под 60 лет побросали все. С деньгами у них проблем никогда не было. Взяли оружие и пошли защищать свою землю. Понимаете, ребят, если у вас нет своей самоидентификации, если вы не понимаете, кто вы, украинцы, или вы россияне, или вы вообще просто хотите, чтобы вас не трогали, то это не значит, что у всех так. Не все живут такими ценностями. У некоторых людей есть реальные ценности. Есть понимание своей земли, есть понимание родины. Есть понимание того, что мы хотим жить в свободной стране. Где можно выражать свое мнение, а не где тебя будут винтить, как мы перед этим смотрели. Много украинцев возвратилось, например, с Европы, где они работали. Это факты, да? То есть они нормальные там деньги зарабатывали, правда? Ну, то есть это не к сравнению. Они вернулись и пошли воевать, не понимая, будут ли деньги, не будут ли деньги. Они все возвратились защищать свою страну. Хотя многие и выехали. Хотя многие, выехали, да. Тоже есть. Если говорить уже о деньгах, вот когда только началась война 24 февраля, все военкоматы и пункты просто были переполнены. Если вас это интересует, я просто вот первый, я найду кадры, где, например, журналисты снимают, и там просто куча народу. Они даже не знают, куда идти, как записываться, они хотят защищать свою страну. Потом был, мне кажется, указ президента, да, о поднятии как бы зарплаты военным и так далее. Это через несколько дней случилось. Да, я к чему это веду? Не за деньги люди шли сначала. Да, не за деньги. По существу. И знаешь, что я еще забыл сказать? Там просто в этой нарезке была история про НАТО, но это можно и словами сказать, без просмотра. Все же, ну, у вас же мысль такая, что вот ленд-лиз, да, нам предоставляют вот помощь сейчас европейские страны, страны-союзники, страны НАТО, Америка, да, вот нам предоставляют вот эту вот всю помощь, значит, они наши хозяева, да? Так вот вы думаете? Значит, они нами управляют. Такие мысли? Они не то, что вами управляют. А кем? Нет, почему они там вами управляют? Нет, не управляют. Это здесь просто... Дай микрофон. Ну, допустим, вот давайте будем уж честными, да? Допустим, Украину как бы, да? Ну, в долги вгоняют. Вот если честно, вот вы сами, у вас по центральному телевидению говорят, что вас в долги гоняют, да? Это буквально там 2-3 дня назад вы показывали. Вы экономист-международник? Нет, при чем здесь? Ну, мы же с вами просто, обсуждаем. Ну, вы поймите, вы пытаетесь говорить о глобально-экономических процессах. Я вам скажу честно, ни вы, ни я, мы в них не разбираемся. Нет, вы также говорите, допустим, про конфликт, да? Мы разбираемся. Я хочу сделать ремарку. Вы знаете о долгах, например, стран Европейского Союза? Нет, не знаю. Я они не очень большие. Греция имела большой дефолт через долги внешние. Италия имеет большие долги. Это экономика. Это экономика. Я согласен, надо что надо понимать хотя бы, как это все устроено вообще. При правительстве, хреновом правительстве Януковича, внешний долг Украины был 13 миллиардов. Сейчас нам по телевизору увидят 103 миллиарда уже должны, еще 37 просят. Сейчас, хорошо. Вот что это для вас лично значит, внешний долг страны? Стоп, хорошо. Вот что для вас лично внешний долг страны? Просто объясните мне. Все равно будут платить. Это украинцы будут платить. А мы что будут платить? Вы продолжаете свет, газ и все остальное. Вода. Все продолжаем. Товарищи, не буду говорить, кто здесь охраняет нас. Я услышал такую реплику. Тут немає что делать. Надо отсюда уходить. Потому что и наши внуки будут отдавать долги, борги. Ну все.
Потому что еще наша экономика не будет развиваться. Если мы залезем в торговую яму, это будет трындец. Почему со времен развала Союза в Украину не едут поляки и все-все-все? Россияне пусть в Украину едут работать, поляки едут сюда работать. Не мы должны бегать по всему свету работать. У поляков, у россиян. А я вам скажу почему. Потому что в 2014, только в 2014 году, только в 2014 году начались процессы, которые стали бы толчком того, что через 20 или 25 лет ехали бы к нам. Только в 2014 году, до 2014 года Украина, как бы кто этого не хотел, была очень привязана к России. Все. То есть мы только начинали становиться как бы европейской страной. Мы хотим это сделать. Можно я скажу, чего я не хочу с ними об этом разговаривать? Потому что каждый раз на интервью, когда мы с ними беседуем, один к одному, как я говорю, всегда на равных, никто никогда ни на кого не давит. Всегда я слышу от этих людей, я не знаю, я политикой не интересуюсь, я не разбираюсь. Но как только речь заходит о вот этих вот внешних долгах, они все знают, понимаешь? Но знаешь, честно, ни хрена они не знают. Вот я прямо скажу. Вот ни хрена они не знают об этом. Еще начиная с Майдана, они начали рассказывать, что «А вот вы хотели вступить в торговую ассоциацию, вы знаете, какие там были плохие условия вступления в эту торговую ассоциацию? Ай-яй-яй!» Им так рассказали, что там были плохие условия. Так вот я вам рассказываю, как вы мне обычно говорите. Я простой мужик, я работаю, да, в частности. Ну, часто. Вот на интервью. Нет, здесь экономисты все. Вы постоянно сами это говорите. Я простой мужик, я работаю, да? Не экономист. Я тоже простой мужик, я тоже просто работал. Что при Януковиче я работал? Что после Януковича я работал? Что при Януковиче я получал себе определенную сумму и мог что-то за нее позволить? Что после Майдана я получал определенную сумму и мог что-то себе за нее позволить? В моей жизни и в моем труде ничего не изменилось. Ровно то же самое было бы все и у вас. Вот просто, это просто факт. Да? Не пришла страшная Европа, меня не съела. Единственное, что изменилось, это для вас, конечно, не приоритет, потому что оно вам, наверное, не надо, но нам дали этот безвизовый режим, и у нас стали самолеты летать, вот лоукосты, как маршрутки. То есть можно себе купить за 20, за 40 долларов билет и полететь куда-нибудь погулять кто в Барселону, в Рим. Там. Кто из вас был в Европе? Поднимите руку. В европейской стране. Где? Кто поедет в Рим и в Барселону, если большая часть украинцев живут просто в полной заднице? Хорошо, сколько... Извините, сколько... Потому что экономику надо свою поднимать. Да вы откуда знаете, как украинцы живут? Сколько? Стоп. Давайте так, сколько стоит билет, например, сколько стоит билет полететь в Рим? А зачем это мне надо? Да потому что украинцам это надо, да потому что мы стали летать. Вы этого не знаете, а мы реально стали летать. Это не стоит больших денег. Берете, это не стоит. Статистику, сколько хорошо. Украинцы летают в Европу, вы видите. Полетел в Рим, что я там дальше? За своей нищенской зарплатой. Сколько вы... Летают украинцы, понимаете? Вот вам сказали с нищенской зарплатой. Украинцы летают. Разные. Те, кто в шахте работает, не полетит. Те, кто на заводе работает, не полетит. Сколько полетит? Полетит. Потому что лоукост стоит 40 баксов. 20. За 20 летают. Если взять за время на 20 баксов. Погулять по Барселоне стоит 100 баксов. Все. Ты прилетел, погулял, да, покушал, кофе попил, улетел обратно. Все. Это для вас, может, дико, я не знаю. Но лично для меня это прикольно. Ты получал 1200 долларов. Это сумасшедшие деньги. В Риме можно там висеть кучу времени. 1200 долларов. Да, я получал при Януковиче в месяц. Дальше. Мне не надо было никуда не ехать. Ну, прекрасно, так вы бы и дальше ее получали. Так зачем вы мне ставите аргумент, кто может поехать? А зачем вы все запрыгали? Что на Майдане начали? Я не знаю, что вы запрыгали, что у вас начало происходить, вот то, что мы сейчас смотрим. Я не знаю, что вас так сильно сбаламутило. Что вы так сильно полюбили Россию и туда захотели? Потому что, еще раз говорю, я как жил до Майдана. Меня на Майдане не было. Я не этот самый, не из секты Святого Майдана. У меня там есть, мы уже до этого говорили, я уже говорил, что Майдан, в принципе, был бы выгоден России. Это никак не отменяет чаяний народа, которые вышли против коррупции. Просто там были определенные течения, про которые можно говорить очень долго. Но я как жил, как работал до Майдана, я так и жил и работал после Майдана. Никак на меня это не влияет. Вот удивительно, да? Никто не был в Европе, никто не знает, кто там как живет, да? Ну зачем нам это нужно было? Потому что это как бы
признаки цивилизованной и развитой страны. Хорошо. Да, это нормальные вещи. После Майдана, да. Разговариваю, вот сижу в Полтавском, уже все, последствия. Значит, люди, какой разговор? Что, в смысле сбился? Ну, это тяжело, я понимаю. Да ничего страшного, подумайте, вспомните. Что тяжело? Я не пойму. Ну как, ну тяжело, что можно слетать за 20 баксов. Это же открытие мы сделали. Это же дорого все было. Знаешь, один, вот вы пока вспоминаете. Да, люди, подожди. Все, вот Майдан прошел, было говно. Начали полезли вверх. Нормально, вроде как вышли. Вот, говорят, к этому Новому году, много правильцев говорят, нормально стабилизировалась ситуация, хорошо, безвестность пошел, люди начали бабки, какое-то движение. Говорю, на Донбассе то же самое. Мы начали получать нормальные зарплаты, вышли, мы начали позволять себе, хочу, что ем. Так вы же до этого, говорите, вы получали нормальные зарплаты? Янукович. Ну? Потом все это развалилось. Вот после Майдана, после того, как у вас сепаратизм начался? Да. Так что тут удивительного? Самое, что ну какая разница, сепаратизм, отношения разрушены. Никем не признано, это как Приднестровье. А кто это сделал? Кто это сделал? Вы же сделали это своими руками. Я и он. Да. Да. И еще здесь сидят. Да, все сделали это. Здесь жители это сделали. Здесь в референдуме участвовало, в частности, из всех людей подняли руку 3 человека. Я даже не спрашивал, как они там голосовали. 3 человека. Все остальные могли выйти просто и сказать, что вы устроили здесь вообще? Какие вот эти вот захваты? Какие вот эти вот российские танки? Что вообще происходит? Мы украинцы, идите на хотим спокойно жить. И все было бы хорошо. Это референдум и все с той же темы, точно такой же темы, как призыв в армию нашу. Балбеса всех собрали, вот вам эти карамонтуки, выходите на Донбассе. Купились на эту тему, ага, поехали, в Сумы зашли. Ну так я же вам еще раз говорю, все дело в том, что вы относитесь абсолютно безразлично к своей собственной судьбе. Ну это же, это и вот все, и от этого и все проблемы. Ни самоидентификации нет, ни желания как-то отстоять свои права. Ну ничего абсолютно. Я вам больше скажу. Я сидел, разговаривал с человеком, он, наверное, даже посмотрит это видео, потому что один из первых пленных. Он сидел без ног. У него ноги отрезало вот по колени приблизительно. Одну ногу, одна нога, без ноги сидит, разговаривает со мной. И он на полном серьезе мне начинает рассказывать, что он с 14-го года пошел, потому что в Одессе людей невинных нацисты сожгли. То есть человек в потемках жил, начиная с 14-го года до 22-го, в результате потерял ногу, остался инвалидом, он никому больше не нужен. И вот он со мной выкуривает 10 сигарет во время интервью, пока мы с ним разговариваем, и в конце он... До него доходит, что эта война не нужна и не нужна была вообще. И что если бы Россия бы не пришла, если бы ее не впустили тогда, и наши танки бы не сдерживали на приграничных территориях, когда мы пытались зайти на границу, тоже бы ничего бы не было. Но он уже ногу потерял, он уже никому не нужен. А сколько людей, которые погибли, понимаете? И вместо того, чтобы понять вот это вот сейчас, что это, ну, Россия раскачала вот эту всю историю, вы все равно продолжаете за нее топить. Ну топите. Сколько вас еще соберут за шкирки, бросят на эту войну, вам не нужно? Я не знаю. Можете сами подумать, между собой поговорить. Давай досматривать. Ну сколько можно, блин? Сзади колонну охранял кордон милиции. Почти сразу после начала движения колонны появились пророссийские активисты и в считанные секунды прорвали милицейское оцепление. Вони викрикують «Росія» і починають бити і кидати вибухові пристрої у мітингувальників і у пересічних городян, які опинилися поруч. Ну, це ж кучка людей з тої сторони і кучка людей з тої сторони. А остальні всі? Ми не знаємо, ми політикою не інтересуємося. Але зато, коли про внешній долг розговор, всі економісти. Милиция ничего не предпринимала, абсолютно ничего. Создается впечатление, что милиция нашего города в компании с вот этими молодыми людьми, потому что с их молчаливого согласия, с их молчаливого бездействия происходят беспорядки в городе. Милиция!
И кадры, которые мы получили незадолго до эфира, их сняли наши коллеги из «Франс-Пресс» на дороге, соединяющей Славянск с Краматорском, в селе Ясногорка. Там люди пытались голыми руками остановить бронетехнику. Людей становилось все больше, они устроили стихийный митинг, и в итоге, судя по этим кадрам, силовикам пришлось остановиться. Славянские готовятся к наступлению украинских войск. Известно, что ополченцы сбили 2 украинских вертолета. Пилот одного из них, по предварительным данным, погиб. Еще один вертолетчик взят в плен. Победа будет! Вы все говорите про украинскую авиацию. А что ж вы забыли, как украинские вертолеты над украинскими городами сбивали? С этого же началось. Наверное, да? Но про украинскую авиацию вы хорошо все помните. А как наши вертолеты у вас начали сбивать, и вы все в ладошки хлопали, вы забыли? Шахтеры сбивали, не? Скорее всего, эти вертухи. С отбойного, наверное, сбивали, да? Шахтеры сели в танки, снаряды заряжали, правда? Конечно, они все умели. Вообще, на Майдане сколько отвезли? Что? Что танки там заряжали, вертухи сбивали? По украинским флагам топтались там? Я уже заплатили там администрации. Ну. А что вы там десятки тысяч человек решили за всю Украину, как им жить и что? Надо было выйти решать за всю Украину, как им жить, а не кричать «Россия, Россия». При чем здесь это вообще? При чем здесь Россия? Мы бы между собой расстались. Помните помаранчевую революцию? Это был внутренний конфликт страны. Да, это был внутренний конфликт страны, верно. Надо было его решать. Да. А не кидать украинские флаги, топтаться по ним, как обезьяны прыгать. И не нужно было останавливать БТРы, потому что если это все можно было решить. Не нужно было поддерживать 10 долбоебов, которые захвачивали городской совет с Захарченком. Да, это внутренний конфликт. Это внутренний конфликт. Помаранчевую революцию помните? Помните. Ющенко пришел к власти, Янукович не пришел, правильно? Да, это было спокойно, бескровно, не так. Ющенко, где только голосование прошло? Когда это пришло? Вы жили дальше. Вот пришла прозападная власть Ющенко. Жили дальше? Зарплаты получали, никто вас не сожрал. Задержки были большие. Понимаю. Тяжело. Плохо. При Януковиче ваш регион жил лучше. Но жил? Жил. Все. И после Майдана бы точно так бы жил. Здесь важно сделать одну ремарку, потому что вот здесь все говорят, что это внутренний конфликт. Да, внутренний конфликт, да? То есть было какое-то что-то там происходило в Донецке, правильно? Украинские войска шли, правильно? Они бы решили эту проблему. Быстро, да? Кто поддержал тогда Донецк и Луганск, чтобы столкнулись с украинской армией? Украинские войска шли, Россия. Крым был аннексирован. Россия. В тот момент. Ну, правильно, да. То есть все шире стало. Это не внутренний конфликт. Это между двумя странами. Потому что если бы не поддержала Россия, нифига бы не было. Правильно? Ну, просто задавили. Да, понятно. Вам хотелось, чтобы был Янукович, потому что он с вашего региона, он вас всегда поддержит. Вам есть меркантильный интерес, я понимаю, да. Да, каждому хочется. Порошенко с Винницкого региона, Гройсман там в Виннице красивые фонтаны сделал там. Да, каждому свое ближе. Но это ни в коей мере не говорит о том, что можно взять украинский флаг, под которым ты живешь, бросить его, потоптаться и кричать: «Путин, введи, приди и засади». Вот он пришел, вел и засадил, понимаете? С 14 года. Люди гибнут, понимаете? Это не стоит, это вот то, что вы говорите, мерками, зарплаты там были больше-меньше. Да, понятно, но никто же этого не отрицает. Мы пытаемся вас донести, что проблема-то в том, что Россия пришла к вам. И вот она идет, и вот вы ее встречаете. Да нет, я честно тебе скажу, было одно интервью, это тоже человек был с ДНР, так называемый, или ЛНР. Мы с ним разговариваем, он зарабатывал 2500 долларов, где-то машины красил, там 20 тысяч гривен тогда было. А сейчас говорит, у меня 10 или 15 тысяч рублей, его спрашиваешь, как? Тоже хорошо жить. Так, отлично. Слушай, здесь сейчас работает эффект... Коммунальные услуги намного дешевле, чем Здесь сейчас идет эффект толпы, как бы, и понятно, что все будут топить за то, что там при Украине было хуже, потом стало лучше. Но в личных беседах они рассказывают, как было, по 6 шахт работало, и у всех была работа. Пришли сепаратисты, пришла Россия, осталось 2 шахты, и то полузатопленные. Эти же истории я тоже. Ни одной не осталось. Ни одной. Вот, пришла Россия. Гагарин расстреляли вообще в хлам, вообще разнесли. Кочегар, Ленин, Изотова. Заводы распиляли когда?
Вообще потеряли, их нет. Не, а кто-то рассказывает, что нет. Не, здесь экономисты сидят, а что регион не восстанавливаем? Внешний долг это вообще такая... Вот главный внешний долг. Внешний долг это знаете, что за история? Это история одного слова, дефолт. Что есть? Вот что люди говорят, жопа полная, пришла Россия, а мы здесь вещаем о внешнем долге. А? Распиляли все в хлам. Может проблема в том, что вы там не вещали с трибуны о внешнем долге? Да вещали за внешним долге. Я про ленд-лиз хотел сказать, чтобы не забыл. Просто в натуре есть внешний долг. Все думают, что ленд-лиз это что-то, что Украина потом будет отдавать. Нет таких договоров. Ленд-лиз это вот танк. Нам дали танк. Мы его используем. Если этот танк пришел в негодность, мы ничего за него не отдаем. Если этот танк остался у нас, мы можем либо отдать этот танк, либо отдать за него деньги. Вот что такое ленд-лиз. Тот, кто думает, что Советский Союз очень много отдал за ленд-лиз, знаете, во Вторую мировую Америка помогала Советскому Союзу. Точно так же, как сейчас. Против агрессора. Знаете? Известный факт. Верно. Через 2 года был подписан договор о обратном ленд-лизе. Не сразу далеко, а через 2 года. Загуглите. И потом, да, Советский Союз остался там должен кое-какие ресурсы. А за что рассчитывалась еще Россия? Да, за что рассчитывалась еще Россия? Так вот, это был договор отдельный об обратном ленд-лизе. Сейчас такого ничего нет. Я вас хочу расстроить. Нет. То есть нам помогают безвозмездно. Просто потому, что весь мир понимает, что Россия это агрессор. Сами непосредственно они не участвуют своими войсками, но помогают нам максимально техникой. Вот этот вот ноутбук мне прислал один литовец. Я этого человека ни разу в жизни не видел, мы с ним списались один раз по электронной почте. Он сказал, что... А я на стриме был раз оговорился о том, что надо бы ноутбук поменять. И вот он мне его прислал. Все, я его поблагодарил и как бы, ну, подарок. Почему он мне его прислал? Потому что он считает, что я занимаюсь чем-то типа полезным, да? Это не означает, что этот литовец мною управляет. Это не означает, что я ему что-то должен. Вот точно по тому же принципу работает сейчас весь мир против России, потому что они это понимают. Россия является страной-агрессором. Ровно как нацисты являются агрессорами во Второй мировой. Понимаете это или нет? Тяжело. Основная масса не хочет этого признать. Чего? Ну, что Россия работает. Какой основной массе не хочется признать? Ну, вот я за данный момент, вот у нас идет диалог, да, вот здесь. Но. Просто основная масса, ну, не хочет признавать. Конечно, так мы же для этого и работаем. Признать, что Россия в данный момент... Как агрессор, просто-напросто. Ну, не хочет, но... Я думаю, что если хотя бы раз в день, час времени с вами общаться... Да, это надо общение, это надо факты, это, понимаешь, достоверные факты. А их факты. Полно! Их, открой у меня телеграм-канал, и за каждый день все факты, все повреждения, все инфраструктуры, гражданских объектов, смерти, гибели людей. Ежедневно это все происходит. Я думаю, что если все-таки общаться... Ну, хотя бы, как минимум, ни у кого... Я понимаю, что 20 лет российской пропаганды, которая долбила россиянам в уши, я не смогу. Я тоже 8 лет тоже мозги промывали, что с той стороны, что с той. Да. И вот. Сейчас да. Кто-то, ну, довести до подсознания людей, да. Но это очень проблематично. Максимум, что мы можем, это сместить вот эту вот всю планку, да, до состояния людей, когда они хотя бы скажут, слушайте, да ну вас нахер вообще с вашей войной, я никуда не пойду, ничего делать не буду. Вот. Я запутался. Все. Владимир, я тебе так скажу, знаешь, я да, был настроен там что-то как-то, ну, вот посмотрел, послушал, пообщавшись с людьми, ну, я смотрю, оно это все бесполезно, оно лишнее, все вот эти войны. И я пришел вот к мнению, что это внутренний конфликт страны был. И что Россия влезла. Я здесь пришел. Я вот, ну, говорю так, как я это вижу. Хотя, ну, я думал совсем по-другому раньше. Понимаешь? Я вообще, ну, намного глаза открылись именно вот здесь, в плену. Ну, вот, намного хорошо, глаза да? Открылись. Что сказать? А раньше я, ну, намного по-другому думал. Просто-напросто. Да. Да, да. И да, сейчас. Да. Раньше, вот, раньше 8 лет назад, знаю, когда пришли ваши пропагандистские СМИ и забили людям. Раньше, да. Вот так это и было. Раньше, да.
И показывали все эти нарезочки, вот эти вот тупорылые. И люди в них верили. И человек без ноги сидит и говорит, я воевать пошел, потому что мне показали, что в Одессе людей невинных сожгли. Да, раньше. Тот без ноги, а еще 20 тысяч таких же вообще червей кормят. Да, вот так это было. Так а украинский самолет в центре Луганска бомбу скинул. А мы еще не дошли до этого, извините. Вот два украинских самолета, вертолета сбили. Ничего не хотите об этом сказать? А, это нормально. А что же вы без понятия? Что же вы говорите только про те самые, а про эти вертолеты не говорите? Давайте говорить. Не, ну так это, слушайте, ну это ж все, ну вы же понимаете, что это все вопрос одной цепи.